джипинг-туры все больше приобретают популярность во всем мире, в том числе и в Узбекистане. Джипинг подходит для тех, кто любит покорять бездорожье на своем автомобиле и ехать в дальние путешествия, преодолевая сложные броды, ямы, серпантин, мелководье, впрочем, преодолевая все на своем пути и тем самым достигая намеченной цели. Тем более на территории нашей республики множество захватывающих дух и интересных объектов для путешествий и автотуризма. Джипы различных марок отлично подходят для путешествий, и, наверное, поэтому среди обладателей таких авто популярны такие соревнования, как джип-спринт. Джип-спринт – это гонка на специально подготовленной замкнутой трассе, обозначенной вешками с обеих сторон. Длина трассы обычно около 1,5 километра. Задача участников – проехать наибольшее количество кругов за отведенное время. В данном случае – за 30 минут. Перед стартом состоялась демонстрация удивительной машины «Шерп» – вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. Свое название вездеход получил в честь непальских горных проводников, сопровождающих альпинистов на труднодоступных маршрутах в Гималаях, известных своей выносливостью в горах. Этот гигантский вездеход был специально привезен из Киева в Ташкент для демонстрации на данном мероприятии. Дмитрий, я представляю компанию Quadro International, производитель вездеходов Sherp. Данный вездеход является амфибией, то есть он ходит по воде со скоростью до 6 км в час, преодолевает препятствия, песок, камни, поваленные деревья, болото. В данном вездеходе установлен двигатель корейского производства Doosan с объемом 1,8, 55 лошадиных сил. Расход у данного двигателя от 5 до 7 литров в час, в зависимости от типа поверхности. Основной бак у него 95 литров. Управляется данный вездеход очень просто. Здесь идет бортовой поворот, то есть два рычага. Левый рычаг блокирует левую сторону, правый рычаг блокирует правую сторону, за счет чего и происходит поворот. Установлена механическая коробка передач Renault 6-ступенчатая и две педали. Это сцепление и газ. Специалист из Киева Михаил Кашанин был рад восторгу публики и поделился с нами секретами этого монстра. Для того, чтобы двигаться, выжимается сцепление, как на обычном автомобиле, включается передача. Вот, и идет плавный ход. Отпускается сцепление и нажимается газ. У него есть движение вперед-назад, разворот на повороте путем блокировки борта. В Узбекистане первый такого класса вездеход. У него также установлены шины низкого давления. Давление в нем всего-навсего 0,4 бара. Пилот в зависимости от типа поверхности выбирает оптимальное давление и управляется это с помощью приборов. То есть он может как спустить колеса, да, увеличив площадь сцепления, так и накачать колеса для преодолевания твердых грунтов. В основе вездехода «Шерп» лежит конструкция, разработанная изобретателем-самодельщиком Алексеем Горогашьяном из Санкт-Петербурга. В 2015 году этот вездеход был представлен на выставке кроссоверов и внедорожников Moscow Off-Road Show 2015. В феврале 2016 года «Шерп» появляется в шоу Top Gear. Видео с испытаний вездехода набрало более 5 миллионов просмотров. Главными особенностями конструкции вездеходов «Шерп» являются уникальные бескамерные шины сверхнизкого давления и подвеска. Регулировка осуществляется из кабины вездехода. К примеру, при наезде одного колеса на препятствие система равномерно распределит давление по другим колесам. Данная модель, она предназначена для эвакуации людей. Мы также разработали пожарный вездеход. Он может использоваться для перевозки грузов, перевозки пассажиров. У нас один из заказчиков – это Организация Объединенных Наций, которая покупает вездеходы и использует их в гуманитарных целях для доставки гуманитарных грузов. Приборы также самое еще можно подключать – это печку, камеру заднего вида и кондиционер. Сейчас я вам более детально покажу вездеход снаружи. У данного вездехода установлены колеса низкого давления. Давление в них составляет всего-навсего 0,4 бара. Внутри этих колес установлены канистры, в которые можно также само разместить топливо, тем самым увеличив автономность хода.
Для управления ШЕРП оборудуется двумя педалями и двумя рычагами, а также набором приборов контроля. Помимо снега, грязи и болот, вездеход может преодолевать преграды высотой до 100 сантиметров. На плаву ШЕРП держится за счет водоизмещения колес и герметичности кузова. При движении по воде протектор выполняет роль грибных лопаток. Также эта машина имеет способность подниматься из воды на лед. В дисках колес машины могут монтироваться 4 дополнительных топливных бака емкостью по 55 литров. Как вы видите, ШЕРП привел в восторг всех собравшихся. Но это еще только начало. На самом деле участников ожидало еще более интересное зрелище – джип-спринт в категории «Лайт». На ваших экранах соревнования Jeep Sprint Pskent 2021, где сильнейшие определялись в двух категориях – Light и Extreme. В категории Light было заявлено 14 команд. В каждый экипаж состоит из двух человек – пилота и штурмана. Задача пилота – правильно вести машину, правильно преодолевать препятствия. Задача штурмана – указывать дорогу. Трасса отличная, организаторам огромное спасибо. Но, к сожалению, много машин вышло неподготовленные, и поэтому создали пробку, и, к сожалению, мы не заняли первое место. Мы, по-моему, прошли 5 или 6 кругов, точно не помню, это штурман записывает, но на двух кругах были пробки. Последняя пробка совсем сильная была, и нас тоже вытащили, как бы помогли нам вытащить. Поэтому, к сожалению, из-за того, что именно машины были неподготовлены, многие вышли на трассу, из-за этого были большие проблемы. Они создали пробку из-за неправильного управления штурманов, из-за неправильного вождения пилотов других. Мы не могли достать хорошее место, к сожалению. Главное, конечно, чтобы было 4 привода, главное – лифт для таких трасс и главное – баллоны. А самое главное, конечно, дух и жажда к победе. В каждом заезде с помощью электронного секундомера фиксируется время, затраченное на прохождение дистанции, плюс штрафные очки. Фиксация времени заезда прекращается после пересечения финишного створа задними колесами автомобиля участника. В счет принимается сумма результатов, полученных экипажем во всех проведенных заездах. На этом автомобиле я ездил, наверное, в Узбекистане самая высокая точка и самая сложная точка – это 2700, это Баркрак, и 3200 Арашан. Но на Арашан не сложная трасса, а вот на Баркрак – это первая Нива, которая пробралась, скажем, за все время в Узбекистане, это точно. Ну, так как я охотник, я практически весь Узбекистан объездил, и поэтому и модернизировал машину, чтобы спокойно на ней ездить, преодолевать все тяжелые препятствия, потому что езжу обычно одной машиной, и некому помочь. Иногда вообще бываю один, и поэтому, если застрянешь, не на кого как бы полагаться. Поэтому приходится делать машину так, чтобы проехать самому, в крайнем случае лебедкой вытаскивать себя. Но вот в такой пробке даже лебедка нам, к сожалению, не помогла. Правила гонок просты. Нужно успеть намотать как можно больше кругов на полигоне за отведенное время. Правда, выполнить единственное правило куда сложнее, чем сказать. Как вы видите, многие же с первого старта начинают застревать на сложных спецучастках. Говорят, то, что от штурмана зависит практически половина гонки. Так что мы работаем в команде и, слава богу, очень удачно. Это раш, много адреналина, кайф непередаваемый. Ну и в целом я очень люблю внедорожные путешествия, это интересная вещь. Это автомобиль пилота, мой автомобиль стоит чуть дальше, тоже внедорожник. Мы путешествуем очень много по Узбекистану с семьей, с друзьями, с братом. Так что мы стараемся ездить везде. В Узбекистане очень много интересных мест, слава богу, куда не доезжают простые машины. Есть негативная сторона, куда приезжают все, это мусор. Наши люди, к сожалению, не очень хорошо настроены, не всегда следят за порядком. Вот. А места, куда мы ездим, это Арашанские озера, Урунгач, Бадак озеро, Шахимардан. Очень красивое место, оно, к сожалению, далековато находится относительно Ташкента, но туда всем советую съездить. Мобильный метод передвижения, ты не привязан никому и ни к чему, и всегда можешь посмотреть отдаленные уголки нашей страны. В первом заезде стартует 7 экипажей. В каждом экипаже по 2 человек, пилот и штурман.
Как вы видите, каждый из них преодолевает первый подъем, потом с оглушительным ревом моторов попадает в большую, вырытую организаторами лужу. Вот, машину готовили мы уже довольно давно. Пилот очень серьезно вложился в подготовку, поставил грязевую резину, подготовил сцепление, подготовил гидравлику на автомобиле. В общем, машина очень серьезно подготовлена, но жизнь вносит свои коррективы. Задача штурмана – вовремя корректировать, подсказывать водителю, где притормозить, где ускориться, где каким путем лучше проехать, какую траекторию выбрать. Ну и штурман также помогает автомобилю в сложных ситуациях, когда застревает. Мы достаем все снаряжение, чтобы выкопать машину и вытащить ее, соответственно, дальше продолжить дорогу. В соседнюю точно такую же ловушку приземляется и другая машина. Далее третья. Как вы видите, движение на трассе останавливается. Колеса буксуют по грязи, а в зрители летят комья грязи. Следующие стартовавшие участники ждут, пока первопроходцы выкарабкаются из большого оврага. Мы только что закончили, финишировали заезд. К сожалению, не удалось сделать больше кругов, так как образовался затор на дороге. Но благодаря организаторам мероприятия нас вытащили, и мы финишировали первые в нашем заезде. Будем участвовать обязательно еще. Очень круто. Мы уже участвовали в прошлом году в подобном мероприятии. Было довольно интересно. В этот раз трасса оказалась значительно сложнее за счет того, что были большие грязевые участки, в которых многие участники просто застревали и приходилось их объезжать. Но, к сожалению, на последнем круге, который у нас был, образовалась большая прям пробка, несколько машин сразу закрыли весь проезд, и мы тоже застряли. Но адреналина выделяется море. 7 автомобилей в категории Light выстраиваются на старте. Первыми стартуют 6 внедорожников и 1 Volkswagen. Именно Volkswagen привлек все внимание зрителей и болельщиков не только своими огромными формами, но и искусным управлением пилота этим гигантским авто по сложному броду. Тем более этому экипажу легко удалось выбраться из большой глубокой лужи, а их на протяжении всего маршрута было около 6. Но это единственный микроавтобус, который участвовал в экстремальных гонках. Машина Volkswagen T4, полный привод, дизель. Машина готовилась, только резину поставили, все, и шноркель. Трасса серьезная, но благодаря штурману 6 кругов мы проехали. Удачно, нормально. На подъеме бампер мы сломали. Это не страшно, бампера меняются легко. Сложности много было, мы преодолели. 6 кругов проехали мы. Джип Спринт включал в себя несколько специальных участков. В данном случае круг составлял около 1,5 километра с различными спецучастками. Сложнейшие препятствия, развороты на 180 градусов. Скоростные участки, эти и другие испытания преодолели лучшие экипажи стальных монстров. В категории Light относятся автомобили с несущим кузовом и передней независимой подвеской, без внесенных в конструкцию изменений и дополнительной внедорожной подготовки с размером колес, устанавливаемых заводом-изготовителем, то есть неравные внедорожники. В этой категории мог принять участие любой обладатель внеравного внедорожника. В отличие от классического ралли, в джип-спринте ознакомление с трассой, как и на любых рейдовых гонках, строго запрещено. На этих соревнованиях я сегодня присутствую как гость. Эти соревнования провелись во второй раз. Благодаря первым соревнованиям, которые провела федерация в прошлом году, в декабре месяце, и организаторы принимали участие в прошлых соревнованиях как пилоты. В этом году они решили самостоятельно собрать клуб и провести соревнования по джип-триалу. И надо сказать, у них получилось очень хорошо, они сделали выводы, сделали правильные. И построили потрясающую трассу. Как зритель, как женщина, я, конечно, в восторге от этого. Это действительно настоящий драйв, это настоящий экстрим.
И в будущем мне хотелось бы попробовать себя в качестве штурмана одного из экипажа. Вне зависимости, будь то непреднамеренные или умышленные, они караются по всей строгости спортивного закона. За каждое нарушение записываются штрафные баллы, и за этим строго следят судьи соревнований. Отклонение от маршрута приравнивается к штрафным минутам. Даже может стать причиной снятия экипажа с гонки. Интересные моменты, в которых машины и застревали, и даже сталкивались. И тоже было достаточно, ну, немножечко так страшно за экипажи, потому что там они и скользили, и закапывались. А был более драйвовым, потому что это тяжелые машины, сильные водители. Многие считают, что успех гонки только на 50% зависит от техники, половина от пилота команды. Малейшая ошибка в работе пилота и штурмана грозила команде плотно засесть в луже и застрять. Отлично с маршрутом справилась команда Константина Бушаева и Евгения Кима. На машине под номером 006. Экипажи все остальные очень достойные. Но у них короткие базы были, наши соперники, поэтому намного им проще было. Я их поздравляю с победой. Ну, у нас тоже, я считаю, что мы победили, потому что на таком автомобиле здесь ездить, я так думаю, никто не станет. Мы единственные проехали 6 кругов. На Кобальте я ни разу G-спринт не выступал. Мы GPS-ориентирование, только я на Кобальте выступал. Вот GPS-ориентирование – это, ну, совсем другое соревнование, там гораздо легче. Там у тебя есть большой простор, как ты можешь проехать, нет какой-то определенной узкой трассы. Да, мы не особо думали, у нас не на чем было выступать. На Кобальте нас не пускают на эти соревнования. Вот, но, может быть, если бы мы видели заранее трассу, мы бы решили бы на другой какой-то машине участвовать. Мы не думали, что настолько сложное будет. Меня пригласил Ким Евгений в команду поучаствовать. Ну, в принципе, постоянно с ним участвуем во всяких квестах, гонках. Вот. Ну, в принципе, у меня других предложений больше не было, поэтому мы поехали на автобусе. Я эту машину увидел 2 часа назад вживую. До этого я ее не видел никогда. Вот. Ну, поэтому все, я чуть-чуть опоздал еще, и как-то приехал, все быстро. Мы даже не успели стравить колеса уже на старте. Ну, и как-то вот так взяли и поехали просто. И все. Самый сложный – это последний, финишный. Ров, он самый сложный. Все остальное очень было легкое. Но за счет того, что у нас база длинная, мы, конечно, где труба, многие вещи мы цепляли. Адреналин был, драйв был, было весело. Искусный пилот Константин Бушаев, который вот уже на протяжении многих лет удивляет народ своими трюками, на Кобальте на этот раз выступал в качестве штурмана. Самое главное, наверное, опыт и подготовка автомобиля. Самый сложный вот последний был ров, так с длинной базы чуть тяжеловато было его преодолевать. И с маленьким клиренсом. Приходилось все время это оборачиваться, смотреть в зеркала, как бы кого не задеть. У нас машина габаритная, большая, и как бы две машинки тяжеловато помещались на трассе. Мы уступали в основном повороты, так, в принципе, мы никого не обгоняли, мы тихо, спокойно в своем темпе ехали и все, наматывали свои круги. Немаловажную роль в команде играет и механик, ведь именно он подготавливает автомобиль к старту. А подготовка такой габаритной техники – дело не из легких. Самое ответственное, и порой именно от механика, зависит результат гонки. Ну, конечно, нашу машину мы ее готовили. Выступила отлично, потому что эта машина в принципе не предназначена для таких дорог, для таких соревнований. Без никакой подготовки, я считаю, то, что это шикарно. Не каждая Нива прошла так, как прошла эта машина. А эта машина без проблем везде прошла, все отработала. Но не пришла первой, бывает первый выезд. И она еще не в своем классе участвовала. Она участвовала с ними, с Нивами, с короткобазовыми автомобилями, а у нее база почти 6 метров. Она не такая поворотливая, не такая быстрая, как Нивы. По мне, она должна была с рамниками выступать. Потому что рамники тоже, они более медленные, как она. И она тогда, может, показала какой-то результат. И как бы пилот бы не спешил бы за Нивами.
Как участники, так и болельщики мероприятия остались довольны. Такие мероприятия на автомобилях повышенной проходимости в дисциплине джип-спринт проводятся с целью повышения туристической активности молодежи, а также популяризации спортивного внедорожного автотуризма. И такие мероприятия проводятся не впервые. Я знаю одно скажу, то что эта машина в ближайшие 2-3 года все СНГ объедет. Вот, она готовится сейчас, как автодом будет готовиться, и поедет уже кататься, путешествовать. Выносливость и выносливость, прочность, дешевизм в обслуге. Вот. Все-таки это народный автомобиль. И это как бы один из самых старых концернов и самый большой концерн в мире. Она интересная, она одна такая. Я думаю, никто еще не выезжал именно в микроавтобусах на такие соревнования. У нас, по крайней мере. В Европе-то это пользуется, это популярно. У них сейчас это бум именно на Volkswagen'ах, на бусах участвовать в таких соревнованиях. Несмотря на небольшую протяженность круга, сама трасса не так легка, как кажется. Особенно после первых заездов по грязевой луже, в которой словно в болоте застревали участники гонок на внедорожниках. В целом, данное мероприятие подарило всем его участникам массу положительных и незабываемых эмоций, порцию адреналина и заряд энергии до следующих соревнований. Сегодня у нас прошло замечательное событие, одно из топовых в своей сфере по поводу безопасности на дорогах. Мы при помощи органов внутренних дел, конечно же, соблюдали нашу безопасность, но нужно понять то, что безопасность на дорогах и на нашем соревновании, оно имеет чуть-чуть разный характер, так как здесь идет соревнование, конечно же, победителям выдаются призы, и в связи с этим накал страстей, азарт. В любом случае, я хочу поблагодарить каждого участника, потому что каждый из них очень ответственно подошел к этому соревнованию, и слава богу, все прошло без никаких инцидентов, все прошло на высшем уровне, а самое главное, все живы, здоровы, с хорошим настроением, потому что автоспорт, в любом случае, это спорт. А как где есть спорт, там нет ничего плохого. Занимайтесь спортом, и все будет хорошо. Обладателям внедорожников, а участникам соревнований уверенности в своем железном коне, на котором можно будет спокойно ездить по бездорожью в любую погоду и в любое время. Данное мероприятие создано ради того, чтобы создать культуру автоспорта у нас в Узбекистане. Данный спорт, видимо, вы как видите, очень много народу здесь собрал, порядка 2000 зрителей, около 40 машин автоучастников данного мероприятия. И оно проходит очень таком замечательном, очень интересном и очень развлекательном таком темпе. Трасса, она намного хуже, то есть намного сильнее, она усложненная. Тут много очень болота, грязевых. А глубина болота самого где-то до 67 сантиметров даже доходила местами. Машинам было очень трудно выезжать, заезжать туда, кто-то пролетал. Ну, это все равно мастерство пилота. На самом деле, первое то, что нужно, это все равно профессионализм пилота. Второе, да, это хорошие шины, которые грязевые шины. Это не просто обычные шины, а здесь сюда не падают. Грязевые шины, и также чуть давление, конечно, регулировать нужно. Ну, нужно спускать на давление на одно, до одного нужно спускать. Кто сюда пришел, это все пришли за эмоциями. Понимаете, что эмоции, ну, как правильно сказать, это не копите деньги, копите эмоции. Вот это мы здесь делаем. Еще зрелищнее проходили соревнования на рамных внедорожниках, выступавших в категории экстрим. Об этом в следующем выпуске. Не пропустите.